Дайте попить. Маги, дайте столик. Быстрее сама тикает. Да. Он написал, что отошел. У нас вар есть этот вар. Че у него 62 кхп, а танчит одного. Не, ну я тут да, танчит одного, в принципе, ну, могу попробовать. Надо же учиться. Да все там протопал, пришел уже. Да я ж ходил постоянно на ДД, в принципе, я это знаю так. Буду. Это ж... Глупые смертные. Запустили. Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича! Теперь наши силы едины! Таксана, был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Ванару свершить отмщение. Да, Келесета никто не держит. Келесета никто не держит. Чё, может, рост? Брос таунти с совы. Кто там на килле? Ладно, поздно. Помогите со сферами. Прольется кровь. Какой хэн. А вар походу стаунти у его, а потом на тебя кинулась, когда вара убила. Ну а как вообще на вара мог на протовара кинуться Келесет?
Линкуйте, плиз, не линкуйте. Да, не очень. Так себе. О, на друида этот какой друид Растаман король, вот та грудь говно, которую ты взял с леди или взял. Кинь, наверное, Растаманке, потому что только ему надо. Какая кожа? О чем ты говоришь? Это не важно, что кожа. Вот этот грудь на Эрдру самая лучшая. Зачем кожа? Это не важно. Важны атрибуты. Можно, можно. Я тебя буду хилить, вход держать. Ну чё, Растаманка, осмотрел Бьорна? Или осмотрел? Ну, вот я, ты понимаешь, почему вот эта грудь, что упала, для тебя почти самая лучшая? Лучшая только та, которая с Гелуйком. Да-да-да. Остальные четыре шмотки берутся с этого, а вот эта грудь нам с этого. Ту кожаную следи ты можешь продать или распылить, она тебе больше не нужна. Эти бафы по друидам. Ну как только ты мне с РСК 25 гер кольцо пропишешь и наручи оттуда же, да не вопрос, я их продам. Крафт-боты мне не нужны, у меня сейчас 800 хосты. Присобав инту. Мне и так 800 хосты, мне они сейчас не нужны. Кастбол. Постоит еще. Выбьем с 25 гер. Приставав, дай копа. Сгнило стукло пузо, и будет все хорошо. Красавы, шаманы. Погнали. Неразумное решение. Я голодна.
квест делаешь, Войт? Да еще тебе десятку. Да там на копаре один. Зачем их бру укусили? Вы чё? Рядом стоял. Сорян, сорян, я нечаянно. Я выбегу, разолью я в ты, блядь. Сейчас. Ну, можно нарисовать что-то еще. Заебись, меня прямо в лужу, извините. Да такая же хуйня, мне вообще все. У тебя не получилось. Вам такое. Меня так же само он в самый бок повело, я умер. Ну зачем вы это делаете? Всех его проскусали, вы чё? Хильте меня, блядь! Начинаем представление. Трися, ты больной, ты зачем мне укус давай ршами? Ну просто, чтобы меня маги не обогнали. Шама, видимо, ачивку хотел сделать. Если никому не надо, давай мне. Это на хила пойдет или нет? Да.
немножко это, давай попроще путь. Я объяснил, почему я это сделал. Ладно. Соловик. Хорошо, Славик, я аккуратно буду, Славик, понял. Славик, слышишь? Давай шаманом зиду по Хилю Вальку, все равно КД. Так я дал, хорошо. Это не бежали, это только птички, кто-то прилетает, это не делает. Ну, как я захилю? Слишком далеко, слишком далеко. Что за бага совсем? Да вот он на ступеньках рядом с тобой лежит. Вот ты на нем стоишь, Михалыч. Почему шаманы не хилят протовара? Мне интересно. Она поздно поднял толк. Почему Белин побежал вперед, агрит вообще все? Че Белин побежал? Там Хан побежал, потом притворился мертвым, а Белин просто запал трэш на себя. Да нет, там просто начали прилетать на кто-то. Нет, не так, потому что Белин был в недосягаемости, он был далеко впереди. Я даже мне пришлось в трэш прыгать, чтобы его подхилить, и то не успел. Ну правильно, потому что два мага были саурами, и я просто отвозил трэш. Почему Бьерн хилит рейс, Бьерн не умеет хилить? Вы даете, короче. Там сова просто начала лететь, начали приручать. Это кто побывал? В смысле? Я начал кидать звездопад уже, когда приручили. Не-не, там на вторую, большую сова, которая стояла дальше. Хорошо, поставь там шкафик, пожалуйста, сумните мне. Что, есть у кого нет боя? А вот пустые.
нужно отдохнуть. Или хилбот. Хилбот тоже можно. Джулио, не поворачивай, пожалуйста, охотника в рейд. Я ебу, я не знаю. Ну на Зазель кину. Сказал, что я конченый, потому что его укусил. Но он говорит, сова конченая и хилов кусала. Так я специально кусал, чтобы первым по ДД был. Жал, жалкие создания. Крепись, если бы ты меня не укусил, я 15 хпс отдал. Ты меня укусил. Ну так я тебя укусил, а что ты сдох, это твои проблемы. Я не о том, что я сдох. Я о том, что мне два раза пришлось бегать искать, кого укусить. Лебелину захилит. Не станьте еще раз, пожалуйста. Крис, я залей ману, то сейчас упадем. У меня КД я же заливал, шаману. Давай к ним. Дайте гимн Крису, если есть на ману. А было ноль вообще. Сейчас снова кроп замазну. Просто вы что-то пульнули, решили трэш, пока я там ресло павших и маны осталось 5к. Так я только просто добежал, не успел реснуть маны. Глупый крок. Ты сам привел мне подкрепление. Агет молодец, волной хилит. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно в могилы, а потом мы покончим с ней. Нападай, гроза плеть. Сейчас я покажу господину. Внутри все голды заплатил. Писал, что хотел приручить. Войда. Птичку. Да, Варда, хватит стаунтить с меня, пожалуйста. Че, у вас там долго еще? Успехом. Не ожидаю.
Че, Азазель так и будет стать, ничего не делать? Да. Каски обновить. Смотрите. Че, я дальше так и понял, что мама или что? Да? Рыбку поставить. Давайте я с этим слабеньким друидиком подержу. Росомат, давай перекур посливали, и потом хочешь покуришь что. Пишите рыбку, пожалуйста. Каску, паук. Сейчас, сейчас. Дай мне метку, дай на меня метку. Okay. Нету бафов на мне. Приста баф, МП5, прист, интеллект. Нету нам. Тайгет, зайдешь в портал, делай как все, собирай летай стак и выходишь, и все. Просто смотри, как делают остальные хилы. А зачем ты на него метку повесил, если он не летал в портал? Так, все есть. Тайгет, короче, летаешь за звездочкой. Я буду говорить, где будем встречаться. Нет, я не кролик. Тебя так тихо слышно. Да не, она же вообще отличается от кральки, как ее можно путать. Не знаю, что такое. Совсем разные, правда? Да-да, у нее там, короче, лист лежит А4 со всеми персонажами. У ворот встречаемся. Сука, уёба какой-то спиздил портал перед носом, блядь. Блядь, стоял же нахуй 5-10 секунд стоял у портала этого. Короче, каждый свой портал берет себе, свой заходит. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Нельзя терять стаки, понял, шаман? Постоянно летай и обновляй стак. Блять, опять какое-то уёбище, сука. Это, блять, уже раздражает, нахуй. Ай, шампан не туда-то полетел. Чё, сука, за тупо играет, блять?
Че, Влад, шо? Это мой портал, уйди отсюда, я тут стал, первый стал. Блять. Это трисеп, блять, заходит нахуй. Хайли Хеласи. В смысле, я первый портал зашел, что ты гонишь? Да какой первый, блядь? Я чё больше не заходил, блядь. Отвечаешь? Это первый, отвечаю. Вы тырите стаки передо мной, ну нахуя так? Блядь, ебаные. Так я рейд хилил, нет, не было маны, блядь. Не справляется рейд, ну, хил, который на рейде. Прыгай в свои порталы, блядь. Слушай, у меня маны не было, иннер сам себе залить не можешь. Стойте, дожидайте, блядь. Ой, я вижу, следующий портал, короче, будем это за спиной собирать. Рана дали, рана не захилим. Дал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герои. Меня пиздили. Так я вижу, бля. Сейчас захилю. Захилю. У меня тут стаки есть, 26 стаков. Проблема в том, что я стою у портала, жду, чтобы запрыгнуть. И хуя с меня перед носом потом заходит, и я бегу, еще время теряю на другой портал. Там на мишку что-то есть? А все, надеюсь. Я, короче, ну, третий портал, да, возможно, спиздил. Ну, не было маны. Я видел... На вторых порталах это сейчас сова терлась моего портала. Не ты, Триси? Не, я вообще не бегал на вторых порталах. Когда да, ты орал Михайлович, первых Михайлович два портала, вообще есть. Рядом меня не было. Ну да, Михалыч еще есть. Я стоял, блядь, вообще впереди морды Вальки. Ну все, извини, Триси, я просто забыл, что у нас Грисова. А это можно посмотреть, кто заходил в портал или нет? Как-то. На чем посмотришь? Там же не видно. Я видел, там этот ходил. Войт Холли вроде там бегал, порталы пиздил. Нахуй это десера кикнул. Еще раз. Сука. Ивент надо пройти, а потом перекур, правда? Не перекур. Ну в идеале, да, после или чё. У нас там хаба ворохнулся, надо что-то делать с этим. Потом только лут смени на синдре, не забудь. Растаманка у тебя есть, ДД-спек? Не, а нету вообще ничего больше. Печально. Мы бы с Берном вдвоем бы захилили, да, или чё? Сань. Ну,
да. Хотя ты знаешь, если Халик и Васик будет на меня чуму бегать передавать, то сильно не захилим. Захилим. Тайгет у тебя есть? ДДСП. ДДСП есть у тебя? Он старается, он хоть волнами хилит танков, блин, в отличие от того шамана, который был. А тот шаман, я не помню, что, порутый какой-то был или что? Да. Посмотрел на профи, у Белина, короче, половина хп даже меньше. На нем висят две мои хоты, и остальной рейд продолжаю хотать. Секунд 5-6 мне вообще от хила никто не кастовал. Учитывая, что он там. Сотрю рекаунт, короче, ну этого, как его там, который был шаман, короче, вообще ноль волн. За весь бой, за весь рейд, ни разу волны не кастовал. Это мы две пачки сагрили дракончика, да? Или одну? Да, да. Войт, можно Бьёрн в туалет? Отойдёт пописать. Ты не против? Пару... Так и скажи покурить. Не, серьезно, в этот раз серьезно пописать. Твой кофе напился, пока сидел. Ну и по-любому как? После кофе не покурить, ты чиновничка. Нет, кофе я пил до этого еще. Это сейчас оно уже переварилось. Короче, пошел я на 2 минутки, все равно основную массу жесткого трэша убил. Блин, а там что, квест был? Налет. Бля, забыл, бля. После трэш возьмешь. Подожди.
Вой, ты здесь? Я тут. Приз сюда иди, приз сейчас Симбра сядет. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордскола унесут ваши души! Поставьте мамонта кто-нибудь. Спасибо. Славик, ты здесь, не? Энрего не успел купить. Войт. У нас минус 3. Куда без Войда идти? Вы что, гоните? Йорн, капец, у тебя там телевизор орёт на всю комнату. Разоварича. Я просто говорю, что громко. Славик, бля. У нас перерыв или как? Войтов каш. Можно тогда отойти на пару минут? Да. Пес, я полон ста, прошел с нечестивостью власть у меня. Бля, вой заебал. Он заснул, но там полтретьего уже скоро. Как там успехи целка?
Помоги, у нас тут два слота свободных. Так кем? О, давайте, можно Вара зайти или нет? Кто там есть? А заходи, пофиг, тут один Вар. Чего, это очнулся, что ли? Бой. Чего трясло так? Где все люди? Да, у Войда РЛ тут нету ассиста. Пиздец, вот хоть бы ассиста дал бы, сейчас бы добрали, пока его нет. Вон он, блядь, уже. Вон он здесь тут. Славик, мы тебя ждем уже 10 минут, блядь. Марлина, спекайся в ШП. Марлина, ты здесь, нет? Спекайся в ШП. Я сказал. Да, РЛ, давай спекайся, блядь, не выебывайся нахуй. Да, Славик, не угорай, блядь. Будь ШП. То будет почти так убьем, ебать. Помню, 18 тел убивали с Эндрю. Ну, правда, там надо, чтобы никто не тупил. Можно крест по друидам. Да.
Лак 3 минуты. Кулак 3 минуты, она сказала. Аски 5. Танк тоже уснул, красавчик. Я поднял. Поднял. Войт, не пей. Обломок? Беги, малышка, беги! Обломок Гагарина, ты говоришь? Вы чувствуете, как твоя ладонь трепещите, смертные? Да, я шучу, все я слышу. Если у Гагарина остался обломок. Хейли Хилас, если есть Синер, кинь Бьорн. Помолчи. Здесь ваше вторжение не окончится! Никто не уцелеет! Стой, стой! Глыба. Ваша шалкая магия теперь бессильна! Беги, малыш!
Как? Ага. Да, я кость не брал. А, выбросили. А что, никто не видел? Я спамил только что последнюю минуту в чат, что маны нету. Ни гимна, ничего. Я видел, но я был уже в склепе. Слышал Войда, я ничего не слышал, не видел. Хоть бы Монолик паладины дали, а присты дух пахнули. Уже и в рейчат писал, и в крик. Че это? Я стаунтил, я хуй его знает, как он умер. Все подумали, что мы в двери, походу. Маглору вары носят? Ой. У меня вот такие. Что, грань тьмы есть? Слушай, а вместо... Вентроля, может взять и это, грань тьмы или нет? Бафы раздайте попавшим, пожалуйста. Интеллект, пристабаф, кресты. Дух дайте, от тьмы дайте, кресты. Тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать твои отчаянные крики.
послужат доказательством моей безграничной мощи. А Войта, кто дисплей чуму? Назначь, пожалуйста. Сова, отойди дальше, слишком близко стоишь к трэшу. Нормально стою. Теперь да. Блять, я 7 лет уже этого лича 25 пробила. Почему не диспелит? Поднял шамана. Там чему не диспелит? Вот шаман умрет. Куда ты ее завел эту? Чума по рейду ходит и не диспелит просто. Меня вроде вообще дух шпаркнул. Скоро зайдем, еще один месяц остался. Сегодня снег летит на улице. Не знаю, как у кого, в Киеве на днях выпало очень даже прилично снега. Знаю, я там был. Ой, да пукан горит в Новосибирске. Все радиация. Да смысл на шкаф. Никого а не, у Новосибирска нет. Ну, если пока что, я отойду на минуту. Кому интересно, если он тоже тыкнет. Никого нету. Тыкай быстрее. Войт, слышишь? Нормально все будет. Возьми бар, блин, или че? Все равно слот один есть. Пусть варам подамажут. Не сын, не будем хуйней стрелять. Не, ну реально, возьми, чё ты. В смысле, похуй. Так возьми вара, блядь. Тыкните на шкаф.
просится Сгибрид. СС на БДК потом. Хорошо уже. Пары могут танчить, да? Тут в целка я вижу. Там в ги просится человек, прист. Взнос пускай делает. Быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь мучение сам и будешь молить о пощаде. Рога. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. И могу допустить, чтобы величайший служитель света пропустил рождение моего мира. Просто манки это делай, не знаю. Поднимайте, если есть боец. Том. Протопал. Мне слышно. Меня слышно, алло? Да, тебя слышно.
Переходка скоро. Чё, да там Белин стоит, чё за хуй? Ну он зачем встал, чтобы мы вдвоем сал ловили? Как я себе сагрю, если на мне сал? Так, вы что-то упали, у меня плохой интернет тут. Беги! Беги! А где реснет, если я захай выходил, выкинул? Нет. Нет? А, нету на платформе. Зачем ты исключил меня из группы? Войд! Ну зачем? Так я же на лут пришел. Что это за фокусы? Да не получишь ты лут. Как это я не получу лут? Ну не знаю, может ты получишь в следующем рейде. Я что, вынес, что у меня интернет выключился или что? Ну давай попробуем не лутать, а присумоним. Это начинает бесить, что это за слой? Ну так
не зови меня в свои рейды, если я не получу лут. Когда покидаешь тело, не получаешь лут. Чувак, просто ты тебя лут не увидишь. Из-за такой хуйни. Свет, даруй мне последнее благословение. Дай мне силу разбить эти оковы. Невозможно. Тиренос, а ты этот Animal Jazz или кто ты? Тартас, твоя ненависть не заберет больше ни одной жизни. Наконец, я. А ты не получал за первую, не? Все кончено, сын мой. Настал час расплаты. Поднимитесь, воины света! Арбалет. А скобомет у тебя, наверное, хуже арбалет, да? Сам себя накину. Дмитриоз. А, пожалуйста. Доверчивый. Я сам в повороте с гильдии ливаю. Давайте этот завоеватель. Он слишком нервный. Да не, ну реально, ему можно было объяснить просто, что он не получится. То есть он не понимает. Копар ему объяснил. Так ему никто и не объяснял даже, что ты понимаешь. Ему просто гильдии. Сказали, что он не получит лут и все. Мы же написали в гитчате. Так, на ИП заходим, там кто? Сколько у нас там было? Еще сейчас я захожу. Так, что, все зашли? У нас тут даже 20 человек нет. Ну там кто-то сам. Мы еще куда-нибудь пойдем сегодня? Ой, не знаю, я устал. Там кто-то хотел Накс собрать, может пойдем. Так, ну ладно, сейчас. Всем спасибо. Спасибо. Помог, чем смог, как говорится. Пойдемте в РС-ку обычно.